Специальное предложение дня. Единственный шанс только на один день действует сногсшибательная скидка в 2600 рублей на сезонное теплое полупальто Флорентина. И представлено оно у нас еще и в 5 цветовых решениях. У нас есть 5 цветов на выбор. У нас есть темно-синий цвет. Так. У нас есть бордо для любительниц винных оттенков. Так. Есть аппетитный совершенно цвет капучино. Красивый. Это для любительниц элегантности. Угу. Ну и, конечно, классика жанра черного цвета полупальто Флорентина тоже есть в наличии. Запишите понравившуюся расцветку, запишите название полупальто Флорентина и экономьте сегодня максимально, утепляйтесь на холода. Завтра цена на полупальто будет уже значительно выше. Зачем переплачивать завтра, когда можно сэкономить и утеплиться сегодня? Бирюзовый цвет, какой он сочный. Очень невероятно красивая бирюза, и, Оль, я с тобой согласна. Но знаешь, что мне больше всего нравится в этом пальто? Больше всего в этом пальто мне нравится, что мы его будем носить до минус 30 градусов. Оно нас будет согревать. Ты только представь себе, Оль, раньше, чтобы мы могли согреться в минус 30 градусов, это были толстые пуховые куртки, да, натуральный пух, он греет. Но для того, чтобы он грел в минус 30, объема нужно было его в два раза больше, чем на нашем пуховом пальто. Мы одевались как капуста, мы надевали на себя несколько свитеров, сверху мы надевали, например, драповые пальто или шубу, но эти вещи тяжелые, как вспомнишь, драповое пальто, а у мамы моей шуба каракулевая, но неподъемная, она приходит у меня, сходит в магазин даже за хлеб, придет, говорит, все, надо полежать, надо отдохнуть. Если вы тоже носите тяжелые вещи, отдайте предпочтение современному легкому полупальто Флорентина. Современное легкое пальто, которое утеплено новым высокотехнологичным утеплителем FiberTech. Оль, но мы все знаем о его невероятных свойствах, как он невероятно греет. Он состоит из тончайших полиэфирных волокон, которые между собой образуют воздушную подушку. Но, Оль, он у нас здесь непростой. Здесь утеплитель двойной FiberTech. Что значит двойной FiberTech? Это значит, что мы носим его не просто до минус 30 градусов, Оль, он был разработан для самых суровых и экстремальных климатических условий. Для альпинистов, для работников антарктических станций. Именно поэтому мы можем это пальто носить в очень и очень холодное время. И не переживать, что нам станет холодно. Но знаешь еще, в чем эксклюзивность FiberTech? В отличие от большинства других утеплителей, Оль, например, если мы зашли в магазин в морозы, мы не вспотеем, мы не будем болеть зимой, потому что он воздухопроницаемый. То есть истории, когда мы вышли из магазина вспотевшие, потому что там нам было жарко, и заболели, закончились. То есть, представляете, мы с вами, во-первых, утепляемся до минус 30, мы с вами получаем сезонное модное предложение, да еще и комфортное, дышит. Ну, а я вспомнила, знаешь, о чем? Пуховики. Их много предлагается в магазинах, но на пух у некоторых аллергия, а потом как вспомнишь, как ухаживать за этим пуховиком, то не захочется. Постираешь, потом сидишь, эти комки, разбираешь пуховый, трясешь свой пуховик, уже не хочешь его надевать, потому что сил потрачено много. Оля, ты знаешь, я с тобой согласна, я 2 года назад постирала дома свой пуховик, но на самом деле просто уже было очень дорого, он был белый, каждый месяц носить его в химчистку было накладно. Я постирала его дома, делала все правильно, с мячиками теннисными, но все равно до конца я эти комки так и не разобрала. Так вот, наше полупальто Флорентина с утеплителем FiberTech мы смело стираем дома. FiberTech совершенно не подлежит ни деформации, ни потере своих свойств после стирки в машинке. Поэтому вот это здорово. Идеальная просто покупка, особенно ярких цветов на зиму, когда хочется раскрасить будни. Напоминаю, что это полупальто Флорентина. Специальное из предложения дня. Эксклюзивно на Shop & Show. Размер есть до 60-го. А как нам правильно выбрать размер? Оль, выбираем его четко размер в размер. По размеру верха. Но
обладательница 50-го размера. Я прошу вас остаться у экрана, потому что вы можете смело брать себе 52-й размер. Он сядет хорошо, а у вас еще останется свобода на того, чтобы подеть, например, толстый джемпер. Ну, а ты знаешь, для холодных, экстремальных холодных регионов России это порой очень актуально. И тогда у нас будет не до минус 30, а до минус 35 даже. Вот это да. То есть, если вы хотите, чтобы полупальто сидело по фигуре, берите размер в размер. Если вы планируете пододевать туда теплые толстые вязаные свитера, возьмите на размер побольше. Ну, а главное, это модное, стильное предложение. В магазинах сейчас все однотипное. И вообще вещи после 54 размера смотрятся обычно старомодно. Здесь же стильное пальто. Но еще вопрос. Я ничего не могу понять. Марина у нас носит сейчас какой? 48-50? 52 размер, но мы видим совершенно уникальное явление, когда мы надеваем теплую вещь, но при этом мы не то что не добавляем себе объем, мы становимся более стройными. За счет чего это происходит? Первое, ну, конечно же, сама по себе стежка. Стежка, она уже позволяет сделать нам приталенный силуэт. А потом, смотри, Оль, дальше, у нас стежка, она диагональная. Угу. И вот именно такой вид стежки, он визуально сужает нам талию, и мы выглядим намного более изящными и стройными в этом пальто. Но это еще не все. У нас еще есть детали со спины. Сейчас я Марину попрошу повернуться спиной, чтобы мы рассмотрели именно детали со спины. Вот, насколько видишь, Оль, там у нас также мы имеем дело с диагональной отстежкой, которая образует у нас такие силуэты-галочки. И вот именно эти галочки сзади делают наши талии, наши бока намного более узкими и стройными. То есть, надевая наше пальто, Флорентина, мы не только согреваемся, мы еще и становимся более стройными. Стройните, утепляйтесь, экономьте и не таскайте на себе тяжелые вещи. Бесплатная доставка, теплое сезонное предложение до минус 30. И оно легкое, оно невесомое. Я вот сейчас взяла в руки полупальто Флорентина, оно не весит ничего. Плечи болеть не будут, уставать не будут. И вы будете утеплены красиво и еще и постройнеете. Сделайте свой первый заказ. Сколько сейчас стоит пальто в магазине? Теплое. Ну, чтобы до минус 30 согревало, оно будет стоить от 10-12 тысяч рублей. У нас же спецпредложение. Только на один день действует максимально экономная цена и скидка в 2600 рублей. Оль, а какие у нас прекрасные детали на нашем полупальто. Первое, на что я обратила внимание, у нас есть манжета трикотажная. Это значит, что у нас никогда не задует туда ветер, что очень часто бывает. Ну и, конечно, мне нравится, что у нас совершенный трансформер. Трансформер, что в этом заключается? Что у нас есть утепленный капюшон, но при желании мы его можем отстегнуть, как это сделала Таня, и получаем намного более элегантный образ, который можем надеть, например, с юбкой. Итак, с юбкой, с брюками носите с чем угодно. Главное, это сезонное предложение до минус 30. И стираем дома. Успевайте, оформляйте свою покупку и заботьтесь о своем здоровье.